Avatar. Avatar. Yeah, Avatar show. И после стихов начал нравиться больше всех. Больше всех. Секс-символ, не иначе. Отобрал у Ревы хлеб. Будь счастливее и богаче. Наш татарский Джонни Депп. Татарский Джонни Депп, меня так еще не называли. Татарский Чарли Шин, да, было. Но татарский Джонни Депп мне больше нравится, потому что он выигрывает. Пока до вас шла очередь, ожидали худшего? Вообще нет. Честно говоря, я прошел все прожарки, все самые жестокие юмористические шоу. И я думал, что как раз по мне он катком проедется. А тут, можно сказать, буквально прям визитку мою, мою визитную карточку рассказал. Леший, кем бы ты ни был, респект тебе и большое спасибо. А то вот все меня, как говорят, троллят, а ты меня лешишь. Вообще версии зрителей очень сильно помогают, ну как минимум наводят на размышления. Когда мы видим такую рабочую версию, мы начинаем слушать этого певца и прикидывать. Но вообще здесь, конечно, очень профессиональные певцы принимают участие, которые владеют голосом настолько, что до неузнаваемости. Все, до встречи. Вам сюда нельзя, здесь тайна. Юлия Сергеевна, вы как самый осведомленный человек. Поделитесь с нами, как же теперь у нас будет происходить внедрение каждый раз нового члена в команду. Неповторимая, уникальная Маша Распутина. Маша, добро пожаловать в жюри.
Спасибо, Сергей. Я очень рада. Безусловно, хорошо. Аида, к сожалению, из-за занятости уехала выступать. Соответственно, в каждой программе у нас будет новый пятый член жюри, который будет привносить что-то новенькое, будет слышать по-новому, потому что вот сегодня у нас Маша Распутина, она абсолютно по-другому слышит, хотя в большинстве случаев вообще не слышит, но старается очень сильно, и у нее есть новые классные версии, она на самом деле помогает ребятам предыдущие версии, так скажем, совсем разбить в пух и в прах. Поэтому здорово, мне кажется, новое мнение всегда интересно и для зрителей, и для членов жюри. Поэтому думаю, что все будет очень круто с новым членом пятым жюри. Раскройте для нас еще маленький секретик. Это всегда будет кто-то, выбывший из «Аватара», или это будут разные звезды? Это будут разные звезды, не только те, кто выбыл из «Аватар», а те, кто очень хотели бы поучаствовать и которые очень любят разгадывать в том числе. Фанаты «Вайтмеди» это уже знают, ты пишешь сценарий. Я пишу все сценарии в мире. У тебя уже такое ощущение, да? Да. Скажи мне, пожалуйста, за сколько тебе приходится писать новый сценарий с добавлением новых аватаров? Да всегда по-разному. Как ставят задачу, скажут, а завтра я сделаю, завтра, через 2 часа я сделаю, через 2 часа. Я очень дисциплинированный, на самом деле, человек. Ты расстраиваешься, когда не угадывают члены жюри? Как сейчас происходит? Я очень расстраиваюсь. Это, во-первых, единственная ситуация в моей практике, когда я не знаю, кто скрывается за аватарами, чтобы меня никто больше не дергал с вопросами. Я сейчас к жене обращаюсь. Но я догадываюсь. То есть я уже слишком давно этим занимаюсь. Всех уже тоже слышу, знаю по аваткам. И я уже знаю, чувствую печенью. Здесь, где печень? Чувствуешь ли ты, что жюри двоечники, когда они ошибаются? Эй, ты что делаешь? Вот так вот я подхожу и спрашиваю у всех. От позора. От позора и от бесславия мы можем уйти, не разгадав ни одного из них. Денис Клявер. Маша знает Богдана, и Маша не услышала Богдана там. А ты-то хоть кого-то слышишь там? Это был не Богдан Титомир сегодня. Денис Клявер. Я буду стоять один против всех. Богдан Титомир. Богдан ушел в последний момент. Вы все видите сами. Джин не Денис Клявер. Извините. Марк. Ну вот так. Ну вот что? Ваш красный диплом не помог все. Ну я стоял один против всех. Я про это же. Марк, у нас бэкстейдж, а вы бывшем участнике. Вы понимаете трагедию нашу сейчас? Мы просто... Ребят, я стоял один против всех, потому что... Что происходит? Что происходит? Сердце бьется, но... Потому что я был убежден, что это Титомир. Сегодня был не Титомир. Мы версию Титомир на прошлой программе не называли. Он спел песню «Прощай, мы расстаемся навсегда» при произнесенной версии Денис Клявер. Вот вся логика. Ну, облажались. Ну, то есть логики нет, вы поняли, да? Есть логика, ну, ладно, абсолютно. Пока. Ты предложил Спасибо. Версию. Я с тобой, Богдан, мы сделаем да. Богдана. Спасибо. Пока. Богдан так... Если это Богдан, это genius. Genius. Представляете, что если это Богдан, он постоял сейчас, когда и ушел. У меня полное ощущение, что так и было, что Богдан сейчас стал... Да, что? Задержитесь, вот Богдан. Они, конечно.
Но, если честно, в меня тоже заронили как бы зерно сомнения, потому что он, правда, сегодня какой-то такой спокойный. Но, с другой стороны, в этом и весь Богдан, он такой, слушай, он вообще может дзен поймать. Чего они там что-то говорят? Да, да. Клявер, че? Ладно. Вы пойдете сейчас домой с чувством невыполненного долга? Я не усну сегодня. Я не усну сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра. До следующих съемок. Да. Чего и ты не сможешь дойти пешком тогда. Ты поэтому лучше поспи. Нет, я буду идти пешком и как раз вот неделю, полнедели буду идти до дома, а обратно. Потом поймешь, что нам. Очень жаль. Очень жаль. Очень. Ты видела все? Слышала? Видела, я все видела. Мне кажется, вы поддаетесь общему. Мне ничего не остается, как поддержать давнишнюю версию Марка Тишмана и нынешнюю версию Сергея Лазарева. Тимур, ты уверен? Да нет, я сегодня реально не услышал Богдана Титомира. Вообще, сегодня не было Богдана Титомира. И вдруг погасли две звезды, дролишь, теперь палят на мне. Поведение Джина до сегодняшней программы было чисто богдановско-титомировским. Вольный, свободный, гуляй поле. Сегодня просто ему, если это Богдан Титомир, мои респекты и... Эй, подруга, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я. Эй, посмотри на меня, делай, как я. Вот, вы хотели снять бэкстейдж выбывшим. Вот если бы сегодня выбыл Богдан Титомир, он бы наверняка это спел вам. Смотрите бэкстейдж. Я Богдан Титомир, специально для White Media. Правда, черт. Посмотрел на микрофон сейчас? Не, ну я думал, название передачи. Видишь, я как Богдан Титомир разговариваю. Правильно, и ведешь себя так же. Да, это что? Это что? Слушайте рейв, не слушайте лимоха, и все будет неплохо. Да, и не выгибовывайтесь сильно, как я. Делай, как я. Она была той, кто любила бэкстейджи. Я очень люблю бэкстейджи. Я люблю вас, дорогой зритель. Обожаю.